Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы не быть сволочью. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окна. Жизнь стоит того, чтобы утром открыть окна и плюнуть вниз, бычок об карниз, начиная новый день с Битлза. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Жизнь стоит того, чтобы не прятать слез. Жизнь стоит того, чтобы двигаться в полный рост. Давай нальем, давай споем. А то, что будет потом, это потом. Жизнь стоит того, чтобы ее не жалеть. Жизнь стоит того, чтобы ее не жалеть. Жизнь стоит того, чтобы об этом петь. Жизнь стоит того, чтобы ее не жалеть. Рок-н-ролльный арест, перемена мест. Пусть она будет счастливый крест. Жизнь стоит того, чтобы руку твою пожать. Жизнь стоит того, чтобы просто идти дышать. Забей косяк и пусть натощак. Ништяк. Забей косяк и пусть натощак. Мы с вами присутствуем на весьма знаменательном событии. Это презентация первой виниловой пластинки харьковской группы «Разные люди», которая устроена для работников прессы, как газет и журналов, так и для электронной прессы. Я хочу сказать несколько слов об этой группе, об этой пластинке. Во-первых, по моему глубокому убеждению, группа «Разные люди» – это лучшая группа Харькова. И ее прекрасно знают не только харьковские любители рока, но, пожалуй, и по всей нашей стране, так называемой СНГ. Группа эта играет уже достаточно долго, но это их первая пластинка, которая появляется в широком, так сказать, для широкого круга слушателей. Кстати, хочу сказать, что все желающие могут ее приобрести, хотя далеко не все, к сожалению. Число экземпляров весьма ограничено тиража, но те, кто успеет, те счастливчики могут ее купить в магазине «От винта». Пластинка называется «Разные люди 1992» и включает в себя как старый материал из альбомов, скажем, «Мазохизм», так и новые, да, впрочем, и старые вещи тоже в новых аранжировках. Ну и что еще можно сказать? Я думаю, что эта пластинка станет достойным подарком всем любителям рока в нашем городе и на Украине. И думаю, что этим первым виниловым блином все дело не ограничится. Будут и дальнейшие пластинки. Дождливое утро, капли дождя. Натощак сигарета, но сильнее тоска. И жизнь так бедна, и безнадежно глупа. В ней всем находится.
находится место, кроме тебя. Но ты здесь, ты просто вышла за хлебом, и мне береза кивает, из окна отвечает, что ты здесь, как это синее небо. Я ставлю на стол по привычке две чашки для чая. Я промотаю время назад, ведь я помню твои глаза, и в них радость и свет. Мне ночи снятся страшные сны, я не могу спасти тебя от беды, всего чуть-чуть на них хватает руки, и у тебя силы больше нет. Ты просто вышла за хлебом, и мне береза кивает, из окна отвечаю, что ты здесь, как это синее небо. Я ставлю на стол по привычке две чашки. Не то, что хочется сказать новое, отличное, просто мне всю жизнь хотелось писать хорошую музыку, которая бы людям нравилась. Вот и все. Новое, отличное. Не нам решать. Потом, может быть, кто-то скажет. Кайфовая обстановка. Ну, во-первых, кайфовая обстановка, чтобы была рядом семья. Это 100%. Дальше кайфовая обстановка, чтобы, ну, скажем так, чтобы меня дома ждала семья. А я в это время был где-то вот не там. И в это время, чтобы у меня лежало немножко в кармане в заднем травы. И был бы в кармане еще и беломор в переднем. И еще бы хотелось, наверное, лето, чтобы было. И чтобы никто не добарывался. Чтобы никто не трогал. Чтобы я ходил себе спокойно, делал там такое, чтобы хиппи кругом ходили. Вот. А не любера. Спасай, другое тело.
залетела под чужое окно, развенчивая сказку со счастливым концом. Иду в поход, два ангела вперед, один душу спасает, другой тело бережет. Иду в поход, два ангела вперед, один душу спасает, другой тело бережет. Поменьше люблю, а вот травы побольше покурить. А колодцы не очень нравятся. И вообще колесики, лучше травы покурить. Вот так я скажу. И музыки послушать. Отражается ли это на творчестве? Наверняка отражается. Наверняка. Но не я это придумал. Поначалу я просто как-то слепо подражал вот этим рок-звездам 60-х годов, типа Хендрикс, Леннон, там Харрисон, ну, все вот эти ребята. А потом что-то так понравилось, и так оно и осталось. Но я не пропагандирую этот образ жизни, это кому что нравится. Кому-то нравится бухать, кому-то нравится в домино играть, кому-то играть в футбол. Играть в роликов и пикнул.
пошла за тобой. Но рано или поздно, но они тормознули, а ты не хотел назад. И ты не верил в то, что лестница самого неба, то, что ты выбрал, может быть, с лестницы два. Ты был в этом городе первым, кто собрал всех, кто любил рок за одним столом. И как водится на наших поминках, почти все умились, поминая тебя водкой и каким-то вином. И одни говорили, что ты был как сильный парень, так руки, что скупила игла. С тобой рядом положили гитару, чтоб не было скучно, да будет тебе блюзом земля. И одни говорили, что ты был так сильный парень, а другие, что скупила игла. С тобой рядом положили гитару, чтоб не было скучно, да будет тебе блюзом земля. Может, мы уже привыкли к тому, что никогда не выйдем вот так на такую вот обширную концертную деятельность, масса эфиров, записей, там, реклама, все это. Мы уже свыклись, мы уже давно существуем, мы уже свыклись с такой формой работы, и как только, вот скажем, уже с пластинкой, она начинает приносить какой-то доход. И это уже становится более-менее даже удобная форма существования. Вроде вот мы уже и даже деньги начали получать за свою работу. И так более-менее нормально. И даже об этом не думаем. И, ну, опять же, как карта ляжет. Если пойдет концертная работа, то мы уже будем воспринимать ее, как она будет. Увидим. Потому что мы, в принципе, ж выступали много, когда вот, года 4 назад, когда там ГБД было. Рубились по всей стране. Тяжело, но зато меньше остается времени на репетиции. Мы практически начали угасать. Выход вот этот городской психдиспансер альбом, он такой веселый, но он весь концертный. Абсолютно концертный, чисто на арапа такой. На живом таком вот, на заряде. Эх, мать, такой альбом вашу. Качественной работы практически там уже не было. Не было времени просто прийти на репетицию и поработать над материалом. Открывай двери,
отвечай телефон. И не нужно долго думать, мы не будем спать. Мне бывает трудно, и уходит сон. А сейчас мы обнимемся и будем молчать. И мы будем стоять и дышать у окна. Ты не думай, что я пьян, я просто очень устал. Мне разбили колени, я полз на руках через весь город до твоих дверей. До стены с картиной, за стеной река. И страна большая, как твои глаза. И над ней луна белее, чем снег, что порой мне так напоминает твой смех. Так давай не спать, так давай мечтать, как мы будем бегать летним. Шагают по комоду из далеких детских снов. И это будет сон, как песня, но песня без слов. Я упал спиной в траву, и в глазах облака будут птицы звенеть над моей головой. Вот на миг, но я стану зеленой травой. Так открываешь же двери, открывай глаза, раздвигай стены, мы не будем спать. Ты откроешь все окна, ты поможешь мне встать. И мне нравится верить, что я буду стоять. Как набор строительный. Вот, кирпичи, цемент, вот новая песня, это вот оно все лежит, из него надо что-то сложить, вот там сделать как-то, чтобы это все было красиво построить. Ну, когда ее только приносят, я слабо себе представляю. В общем, что там может получиться. Потом ходишь, напиваешь, шагаешь домой особенно. Мне вот эта вот дорога, у меня там метров 200, наверное, до дома от автобуса. Я вот иду, и ту вещь, которой мы занимались, я ее постоянно про себя там пою, под шаги, оно великолепно так получается. И иногда возникают кое-какие там вещи, какие-то идеи музыкальные. Ну, а потом это все складывается уже во что-то. Если это интересует нас всех, то потом это начинается разрабатываться каким-то образом, там, обрастать. Ну, часто выбрасывается просто. We'll be right back.
черту Шопен, пился едва ли в теплую койку мир. Ты скажешь, это любовь, я закрою глаза. Ты будешь спорить с тобой о фильме флешбэк до крипоты. Но ты всегда была против, я всегда буду за. В команде разные люди. Вот, значит, Павел Васильевич, бас-гитара, написание песен некоторых. Он же мотор команды. Вот. Климушка – это наш, так сказать, наш кладезь, вот, мастеровой. Вот. Чиж, ну, Чиж, вот наш народный герой, все его знают. Лешенька просто хороший парень, хороший барабанщик. Вот так вот, очень такие приятные молодые люди. Ну, скажем так, что какие пути хотелось бы и какие будут, это вещи разные. Вот. А то, что происходит с группой, я думаю, что так и должно быть, то происходит то, что мы заслуживаем. И так, считай, должно быть. А хотелось бы много чего хорошего. И, то есть побольше поиграть, побольше ездить, посмотреть мир. Ну, то есть прожить, так сказать, весело и интересно. Летний трон.
расскажу обо всем. Как холоден январь, и пиво не лечит. Что тоскливо дышит и ночь за окном. Что я тебя жду. Ты придешь, улыбаясь, счастливо болтая, и мы выйдем легко навстречу огню. Твой маленький ангел расправит мне плечи. Твой ангел войдет в меня босиком. От напои до пьяна и раны залечит. И наполнит теплом остывающий танк. Я буду весел, я буду беспечен. Я ему, смеясь, расскажу обо всем. Баскетбол после репетиции играем. Утром там туда-сюда. Время-то когда есть, вот время было, так даже чуть-чуть. Так, по коммерции чуть-чуть выступил. Было дело. Но сейчас, может быть, в меньшую уже так сторону, потому что музыка сейчас пошла. Уже Чернецкий работает, в строй встал солдат рок-н-ролла. Репетиции сейчас каждый день, уже не остается времени на какие-то побочные занятия. Видимо, дай бог, опять же,
снова целиком иду в музыку. Это будет просто для меня. Я надеюсь, у меня щеки появятся там. Я так похудел, не успеваю ничего делать. А если только музыка, думаю, это будет лучше. Для здоровья, для мозгов, для души. Жизни это совершенно различное от ощущения других людей, потому что все относительно. Последние годы я жил одной жизнью, сейчас для меня каждый день это праздник. Я стараюсь так, чтобы каждый день что-то так оставлял. Пусть это будет и отрицательное, но все равно вместе жизнь. Ну так жаль, оно так быстро проходит, но думаю, не зря. Just
собой возьму я печаль свою возьму в тихом омуте утоплю. Yeah.
имею права не отвечать на вопросы. В конце концов. Я думаю, так. Так, ну что, соскочил, будем считать.